Приветствую вас, Аноним. Довольно часто я вижу подобную проблематику, того, что у супруга или супруги день рождения, юбилей, какой-то праздник, и нет идей, что подарить. На мой взгляд, проблема здесь кроется в некой социализированности супружеских отношений, когда отношения между супругами выстраиваются в силу времени, в силу каких-то, может быть, конфликтов, в силу, может быть, чего-то еще, в большей степени как надолго, на какой-то вот на вынужденности, вот, и соответственно момент здесь в том, чтобы прислушаться к себе и искренне признаться себе в том, что вы хотите для своего мужа, чему вы посчитаете вам порадоваться, и это выбрать. Или признаться себе в том, что вы не хотите своего мужа радовать. И делать тогда, в таком случае, наверное, этого не стоит. Но тогда необходимо признать, что у вас в отношениях есть проблема, и эту проблему нужно решать. Я желаю вам всего самого доброго.